спасибо, спасибо огромное, мне очень приятно. Спасибо. Спасибо огромное. А чего разошлась? Если вкратце? За 4 года я в жизни бы не подумала, что это человек. Такие пироги, ребята. Ого. Да, ну пап. Блин, мне раздражает, что моя кофта висит, тушится. Может, уже высохла? Не, нифига. Что же вы так не поделили? Не поверишь, он не поделил бутылку водки, которую я от него спрятала. Из-за этого он взбесился. Блин, вот как можно взять и забить на своего ребенка? Блин, я понимаю, знаете, много это ты не знаешь о нем. Или даже если знаешь, что редко. Похер. Отец тот, кто воспитал ее, и не тот, кто зачал. 3 года. Подостану лучше. Спасибо, вот что делает алкоголь с людьми. И не думаю. Кирилл, я развелась уже как 2 года назад. Даже больше. Поэтому я не пью 8 лет. Вообще красавчик, молодец. Отшиваю, потому что в гражданском я считаю, что если вы вместе живете год, как мы вместе с моим молодым человеком, так это уже можно считать гражданский брак. Поэтому я и говорю всем замужем. Не, ну по факту не замужем, по факту свободно, но не свободно. Это мои принципы. У меня очень похожая история с тобой. Интересно. Корги, привет. Так у тебя с...
сейчас кто-то есть? Конечно. У меня есть парень. Но замуж я пока не собираюсь. Ну и другие парни мне тоже не нужны. Да бывает, ничего страшного. Она у меня овен. Так, пойдемте мы их возьмем, да? Еще немножко покорить. С бабой? Какую бабу вытворила? Дочь. Да так. Там же разошлись за алкоголем. Блин, знаешь, пацан-то еще, ладно, ну что, баба вот так вот трубасила, это край, даже телефон в ахере. Вот это хреново. Ну конечно, как обычно у мамы, ну просто ты в принципе мог бы лишить родительских прав, если набухают. Или может она исправилась.